Просторная школа, а учиться в ней некому. В Нижнеландиховской основной школе образование получают 24 человека, тогда как проектная мощность рассчитана на 290. В школе работает сильный педагогический состав, все до единого местные выпускники. На итоговой аттестации ученики показывают результаты выше среднеобластных. И это немаловажный показатель того, что знания, полученные в сельской школе, ничуть не уступают. Перед учреждением установлено новое спортивное оборудование. Казалось бы, учись и радуйся, но в следующем году в эти стены придет только один первоклассник. Я не хочу сейчас таких голословных заявлений делать, но школа-то прекрасная. Посмотрите результаты выше среднеобластных, поэтому могу сказать по опыту, что инвестор при прочих равных и эти факторы учитывает, что социальная инфраструктура, где будут учиться дети сотрудников. Поэтому будем думать, кого сюда привлечь. Но прежде всего речь идет о сельском хозяйстве, конечно.